покажу праздничное блюдо. Я буду готовить стейки Нельмы. И для начала мы их вкусно замаринуем. Кладем стейки в металлическую посуду. В принципе, можете в любой сотейничек, который вам удобно. Поливаем лаймом. Нельма сама обладает очень нежным вкусом, поэтому ее не нужно мариновать в ярких специях и заливать большим количеством лимона или лайма. Добавляю для пикантности острого перчика. И веточку розмарина. Веточку розмарина прям так высыпаем. Розмарин, чтобы он придал свой аромат сибирский. Также заливаю растительным маслом, в моем случае это конопляное масло. И буквально чуть-чуть соевого соуса, чтобы подсолить и немножечко размягчить нашу рыбку. Маринад готов и оставляем Нельму буквально на 15 минут. Далее будем запекать. Для этого на эти 15 минут я уже включила духовку на 180 градусов разогреваться. Итак, у нас прошло 15 минут, духовка уже прогрелась у меня до 180, и стейки замариновались. Теперь можем их выкладывать. Ну что, наша праздничная нельма готова. Достаю из духовки. А запах, ребята! Смотрите, какая красота! Аромат розмарина с нельмой – это что-то невероятное просто. Кто знает аромат нельмы, он очень свежий, очень приятный, нежный, и розмарин его раскрывает. Я уже хочу попробовать. Сейчас она подостынет и буду сервировать. Ребята, что я вам могу сказать? Нельма очень сочная вкусная рыбка. Этот рецепт раскрывает ее вкус на все 100%. И, по-моему, это шикарно выглядит на любой праздник. А у меня сегодня праздник. Подписывайтесь на наш канал и заказывайте Нельму на сайте Силы Сибири. Запнулась.